Мира уверена, развод Прилучного и Муцениеца был тщательно спланирован актером и его любовницей. Фото – официальная страница Павла Прилучного в Инстаграме. Блогер даже не сомневается, неверный муж заранее планировал операцию по избавлению от надоевшей супруги. Павел Прилучный и Агата Муцениеца казались идеальной парой, но не так давно актриса шокировала поклонников откровенным признанием, муж поднял на нее руку в присутствии детей, а затем выставил семью на улицу. Казалось, скандал с расставанием звездной четы достиг своего апогея, но внезапно стало известно о связи Прилучного с изрядно подросшей звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. В прессе начали обсуждать молниеносно вспыхнувший роман Павла с молодой актрисой, но точку в этой истории по традиции решила поставить известный российский блогер Лена Мира. Звезда живого журнала назвала историю с любовным треугольником спецоперацией по ликвидации неугодной жены. Мира не стала стесняться и заявила о коварном плане, который уже давно созрел в умах Прилучного и Карпович. Она уверена, история с расставанием супругов была давно продумана за спиной Агаты. Едва только неверный муж получил развод, как в его дом въехала новая возлюбленная. Следите сами за хронологией, 10 апреля Павел выгоняет жену из дома, затем подает на развод, после чего забирает детей с собой на море, а Агата узнает о происходящем из соцсетей. То есть никакого разрешения Агаты, чтобы ее детей на руках таскала Карпович. Нет и в помине. Муж просто забирает детей с собой, где на отдыхе появляется новая мама. Дальше больше. В загородный дом Прилучного с вещами переезжает Карпович, где тут же начинает наводить свои порядки, рассуждает блогерша. При этом знакомые Прилучного шокированы поведением новой хозяйки особняка, которая за короткий срок умудрилась испортить отношения с некоторыми соседями. Досталась от Карповича домработница актера. Требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так, негодует Мира. По мнению блогера, эта история не обошлась без блицкрига. Теории ведения молниеносной войны, рассчитанные на короткий срок. И пока несчастная Агата пыталась прийти в себя после произошедших с мужем метаморфоз, на ее месте внезапно оказалась привлекательная молодая женщина. Павлу Прилучному, конечно, можно поставить твердую пятерку за проведенную спецоперацию, Мирославе Карпович, за циничное желание отодвинуть законную жену и обрести свое счастье у камелька. А вот Агате Муцениеце остается лишь посочувствовать, как она проспала то, что творилось за ее спиной. Наверняка ведь план по замене одной жены и мамы на другую был разработан задолго до его воплощения в жизнь, резюмирует правдорубка. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал в Дзене и Ютубе, и ставьте лайки, мне будет приятно.